сейчас очень редкий случай, когда налоговая служба призвала не спешить с направлением ей налоговых деклараций. Причина в том, что у РС нет ясности насчет того, облагаются ли налогами некоторые платежи, которые штаты в прошлом году направляли своим гражданам. У десятка где-то штатов в результате щедрых федеральных стимулов в прошлом году остались неистраченными большие деньги, и часть их решили направить налогоплательщикам. Калифорния, например, разослала 16 миллионам налогоплательщиков 9 миллиардов долларов для компенсации роста цен, в том числе сверхвысоких цен на бензин. Назывались эти платежи возвращением налогов для среднего класса. И непонятно, нужно ли с этих выплат платить федеральные налоги. Если эти платежи считать помощью в период чрезвычайных бедствий, то налоги платить не нужно. Если же это было именно возвращение заплаченных раньше штату налогов, то они федеральным налогом облагаются. Также обстоит дело и с другими штатами, которые оказывали своим гражданам похожую помощь. В общем, налоговая служба обещает скоро разобраться с этими платежами, а пока рекомендует с направлением налоговых деклараций подождать. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания.